Задачка, еще раз говорю, заключается не в том, чтобы сделать все сразу. Но замечательно, потому что это невозможно, потому что это, во-первых, огромные деньги, раз, а во-вторых, не очень понятно, насколько это будет результативно с точки зрения обследования, с точки зрения вообще использования этого здания на длинную перспективу. Проблема была в следующем. Значит, здесь внутренние сливы чугунные, заложенные в стены. Чугунные сливы со временем подвергаются коррозии, стены из белого силикатного кирпича, причем еще 75-й, как он там называется, плотности, то есть он не очень плотный, в то время сильно хорошего силикатного кирпича не было, да и сейчас силикатный кирпич все равно хуже, чем красный. Вот, в этой связи есть некоторые разрушения. Эти разрушения на сегодня мы их просто прикрыли для того, чтобы там усилили, с одной стороны, чтобы ничего не обвалилось, и с другой стороны, закрыли, чтобы это не выглядело очень страшно. Ну и последнее, что хочу сказать. Я, честно говоря, не знаю больше места в Твери, где такой офигительный вид. Если пройтись по этой крыше, мы там, когда разбирали это все, смотрели, такого вида в Твери нет ниоткуда. Внизу закрепили, а здесь? Да. Володя, дай команду, пускай отойдут в сторону.